Я нарочно иду нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах. У ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Бунтарь, влюбленный в Россию, романтик и хулиган. Этот вечер в театральном центре «Жаворонки» посвящение Сергею Есенину, любимцу миллионов. Его стихи читали и, конечно, пели, ведь именно Есенин – один из самых музыкальных русских поэтов. И если время ветром разметая, сгребет все вдруг в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. В концертной программе приняли участие лауреаты конкурса «Читаем Есенина». Юные чтецы стали настоящим украшением вечера. Пой, ямщик, в перекорытой ночи! Хочешь, сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою. Действующие ограничения не позволили собрать полный зал. Главное, зрители не остались равнодушными. Театр «Крылья» подарил любителям русской поэзии удивительный праздник. Тут такая искренность, которую нигде больше я не нахожу. И очень много поэзии. Я очень люблю это. Актерам я желаю видеть постоянные улыбки близких, быть в хорошем настроении, потому что аплодисменты они и так получают, потому что они их заслужили.